Ребят, все, записываем домашнее задание. Собираем свои вещи, остаемся на местах и ждем, пока придут за вами родители. Я Сабинина папа. О, а вот и первый родитель. Сабина, давай, собирайся, с тобой папа пришел. Все, собирайся! Мама, папа! Че, за тобой родители не пришли? Ну да. А ты знаешь, что будет с такими детьми, за которыми не пришли родители? Нет. Их забирает себе мисс Восторг. Чего? Да-да-да. Всех детей, которых не забрали родители, забирает мисс Восторг. Их больше никто не видел. Так, Алис, ты пока жди своих родителей в классе, а я пойду учительскую быстро сдам журнал. Нет, не уходите! Куда ты? Алиса, ты чего? Алиса, отпусти! Я слышу туда-сюда! Ничего не произойдет за две минутки! Не бросай меня здесь одну! Успокойся, я только несу журнал! Нет! Алиса! Ты че? Отдай штаны! Я быстро! Журнал отдам и приду! Сиди снять! Учитель, вы здесь? Кто тебе такую глупость сказал? Это все неправда. Я тебя забрала, потому что тебя забыли родители. Чего? И поэтому мы тебя удочерили. Мы семья страшных учителей. Это мой муж Валдер. Привет! И наша бабушка, мисс Циркуль. Опять что ли? Тьфу! Не переживай, ты у нас не первая ученица, которую мы удочерили. А где же тогда все остальные? Вот! Ой, не то, сейчас! Я что, стану такой уродиной? Да нет! Я сделаю из тебя новую страшную учительницу! И тебя будут бояться все дети! Чего? Добро пожаловать в семью страшных учителей! Иди бабушке плед неси, а то у нее ноги мерзнут! Хорошо! А вот почему она всегда в сапогах ходит? Ерунда! Это тоже ерунда! Это тоже! А, это ж надо! Нужно что-то поточить! Свободная касса! Свободная касса! О, заказ 67! Это ваш, да? Сейчас, секундочку, салфеточки дам! Другое дело. Фига себе. Вы что, магией обладаете? Да не, это обычный портал. Черная дыра. Я так в любом месте могу сделать с помощью своего циркуля. Да вы как Гарри Поттер. Кто? Как Гарри Поттер, волшебник. А это кто такой? Да сейчас покажу. Ну вот мы встретились с тобой, Волан-де-Морт. Умри, Гарри. Не получится, потому что у меня бузиная палочка. Остолбеней! А, Гарри Поттер, сейчас! Остолбеней! Убери! А, вот это что ли? На, держи! Ха-ха-ха-ха! Пусть этот бой будет честным! Держи палку!
Давай, накидаю! Да вы просто потрясающие! Спасибо! Я еще не так помогла, смотри! Так что это надо? Ну, контейнер поменять. Не, пошли. Ну, мам, ну сколько уже можно с этими шуточками? Мне опять собираться придется. На ужин опять будет рыба. Ноги подними, я же полы мою. Подними! Она вкусно была. Ты ешь, ешь. С сегодняшнего дня у нас будет каждый день по 27 задач и 36 примеров. Я сделаю тебе настоящую училку. А я не специально, я сейчас все уберу. Все нормально, не убирай, сейчас. Ашалай-машалай. Ничего себе. Это волшебная сила Думики получается. Что ж, убирай посуду, а я пока что подготовлю тебе примеры. Это ты должна решить за 15 минут. За сколько? Да мы такие примеры даже в школе еще не проходили. Ничего не знаю, 15 минут, время уже пошло. А как это? Да блин, как это решить? Еще храп это мешает. Пример. Пиши мне второй пример. Пиши третий пример. Пиши мне 14 пример. Она теперь лысая. А последний пример, как его решу? Что случилось? Так, а где моя дубинка? Простите, пожалуйста. Ты что наделала? Я не смогла решить все примеры, а у вас на дубинке не хватило карандашей. Ты что, одним карандашом не могла все примеры решить? А что, так можно было? Похоже, у нее нервный срыв. Ладно, лежи. Я займусь нашей новой приемной дочерью. Она необучаемая. Она тупая. Успокойся, дорогая. Все будет хорошо. Моя дубинка. Успокойся, дорогая. Все будет хорошо. Все будет хорошо. А ты знаешь, Алиса, что в этой семье я самый крутой? И чем же? Смотри, что умею. Чё, ты просто линейкой измерил шоколадку? И в этом твоя крутость? Подожди, сейчас будет магия. Вот всё. Нифига себе, ты действительно круто! Это ещё не всё, пойдём. Помоги! Сейчас не время есть. Пойдём. Вкусняшка. Мама!
Моя линейка. Доча, ты здесь? Ну, блин, опять домой.